Добрый день. Всем ли меня видно, всем ли меня слышно, хорошая ли связь? Готовы ли потренироваться? Добрый день, забыла марафонную информацию. Да. Марафон 1000 рублей. Завтра. Да, добрый день всем, кто только присоединился. Сейчас буквально минуту болтологии. Легкий опрос, совет, и будем тренироваться. Телефон внизу написан по марафону. Кто хочет принять участие, завтра уже стартует марафон. Пишите в WhatsApp или SMS вот на этот номер. Два слова. Хочу марафон. Светочка вам в течение суток... Рука хорошо. В течение суток ответит, расскажет, как оплатить и как добавиться в группу марафона. Там у нас уже больше 4000 человек. Так что будет весело. Марафон идет целый месяц. С 1 апреля по 1 мая. Три победителя получат годовые абонементы в любой фитнес-клуб. Тренировки будут каждый день в марафоне, утром и вечером прямые эфиры. Кто не успел, без паники, я тоже соскучилась по вам, давно в эфир не выходила. Кто не успел, без паники, всегда тренировки, записи, сутки сохранены. Сегодня у нас пресс, да все будем тренировать. Разумеется, я люблю делать акцент на ягодицы и на живот, на самом деле эти проблемные зоны. Смогу сесть на растяжку, это называется сесть на шпагаты. Да, я смогу сесть на шпагаты, также у меня в марафоне будет растяжка, йога. Йога только через неделю, когда я сниму гипс, потому что я даже на масте не могу сделать с этой штукой. Вот, поэтому первую неделю я вас буду гонять по фитнесу, а уже со второй будет йога, растяжка будет у нас с этой недели, разумеется. Вот, итак, нельзя сегодня тренироваться беременным, у кого были недавно операции, кесарево сечение полгода, тоже нельзя. У кого грыжи, протрузии, болит спина, работаем в меру своих способностей. Если вы чувствуете, что у вас появилась острая боль в области позвоночника, смягчаем нагрузку. Меньше прыжков, ходьба на месте, то есть там, где у меня будет кардио, мы заменяем на мягкое кардио, на ходьбу, на прыжки на месте, то есть не выпрыгиваем полностью, а только поднимаемся на пятках. Разогреть тело в любом случае нам нужно. Чувствуйте свое тело, оно вам подскажет, как надо делать. Боли нигде никакой быть не должно. И следим за техникой. За техникой, за дыханием. Если вы не успеваете, если у вас что-то не получается, приостановитесь, не нервничайте, не паникуйте, посмотрите еще раз и продолжайте вместе со мной. Тренировку разобьем на две, потому что есть такая в Инстаграме привычка выключать именно на Вовченко Марина прямой эфир. Через 30 минут. Итак, разминаемся. Начинаем с голеностопов. Круговые вращения в одну сторону. Я в своем номере, потому что на улице пекло, там невозможно тренироваться. В другую сторону. Не забивайте на разминку. Обязательно разминаем связки, суставы. Вторая нога. Тут луна настолько безумно большая, яркая, что ночью плохо спала. Я прямо от луны сильно завишу, как приливы от ливы. Но утром догнала. Знала, что у меня будет плохая ночь, поэтому я на 12 дней сделала тренировку. Коленочки вместе. Следим за осанкой. Вот таким образом колени разминаем. В одну сторону, в другую. Центр тяжести на левой ноге, круговые вращения правой, раз, два, три, четыре, закрываемся, раз, два, три, четыре, меняем сторону, раз, два, три, четыре, дома можно и босиком тренироваться, здесь слишком холодный пол, три, четыре, поэтому я в кроссовках. Круговые вращения бедрами, ноги поставим чуть шире ширины плечей. И в одну сторону вращения стараемся корпусом не крутить, только бедра работают. В другую сторону.
Ребята, вы очень далеко находитесь, я не могу вас читать. Наклон в одну сторону, в другую. Еще раз наклон. Еще наклон. Вперед. Кисти. Разминаем кисти рук в одну сторону, в другую. Еще раз. В другую. Локти. Раз, два, три, четыре. В другую. Раз, два, три, четыре. Плечи назад. Круговые вращения. Два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Рывки перед грудью в сторону. Перед грудью. В сторону, перед грудью, в сторону, и еще раз перед грудью, в сторону, еще раз перед грудью, в сторону, шея наклон, ох, наклон, хрустнуло, не паникуйте, это нормально, еще раз наклон, наклон, мягкие, плавные круговые движения, в одну сторону, и в другую. Бег на месте. Если вы чувствуете позвоночник, то вот бег на месте. Вот такой будет у вас. Только пятки поднимаем. Смягчаем нагрузку. Убираем боль. Так, сейчас я подготовлюсь. Я же тут что вы думаете? Я же подготовилась как дома. Я здесь нашла такую же красную швабру. Уборщица. Побежали. Все остальные вместе со мной. Вперед, назад. Все нашла тут. И подушку, и стул, и швабру. Ну, подушку в гостинице легко найти, стул. Но вот швабру пришлось спросить у уборщицы. И прикольно, что она такая же красная, как я привыкла. Она раньше как домой попала, честное слово. Как мне не хватало тренировок, кто бы знал. У меня уже аж крыша ехала. Не зря говорят, движение жизни. Не было совсем контакта с телом. Бежим. Еще. Темп не меняем. Следим за дыханием, бежим. Вперед-назад. Еще вперед-назад. Перейдем на шаг в приседе вперед. И начинаем. Шаг-шаг назад-назад. Шаг-шаг назад. Еще вперед-назад. 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 Еще вперед. Уводим в этот момент таз назад, назад. То есть как в приседе. Обратите внимание, колено не заходит за пальчики ног. И шаг, шаг назад. Еще продолжаем. Там, где я останавливаюсь на объяснение, вы не останавливаетесь, вы продолжаете назад. Еще. И поехали на лыжах. И раз. Выдох, выдох, выдох. Дышим со мной. Следим за дыханием. Легкое головокружение, это нормально, не паникуйте. Увеличивается кровообращение. Насыщаете весь организм кислородом. И остались в полуприседе. Шаг в сторону. Раз, два, 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 по два, раз, два, раз, два, раз, два. Следим за спиной, спину не округляем. Раз, два. Оп, оп, еще раз, два, раз, два, по одному, раз, 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 раз.
таз назад, колено не заходит за пальчики ног. Делаем вдох, выдох, раз, два, хорошо растянули ножку, прочувствовали внутренний поверхность ноги. Раз, выдох на усилие. Хорошо дышим, гоняем кислород. А два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, еще раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, по одному, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сделали выпад. Та нога, что сзади прямая. Глоточек вроде кондея, жарко все равно. С прямой ногой опускаемся вниз, сидим за осанкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, меняем сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, побежали. Бежим, бежим, бежим. Бежим. Динамо бежит, все бегут. Бежим. Будем делать мах вперед правой, выпад левой назад. И мах правой, мах, выпад левой. Мах. Выпад. 3, 4, 5. Меняем сторону. Раз. Два. Выдох на усилие. 3, 4, 5. Молодцы. Бег на месте. Восстанавливаем дыхание. Дышим. Открывайте рот и дышите. Убежали в ноги, стопы чувствуете, горячие стопы. Убегаем из головы в тело. Сразу головная боль пройдет. Делаем вдох. Выдох. Берем швабру на плечи, делаем приседы, 10 приседов, 11 внизу, уводим таз назад, давление в пятки, колени чуть-чуть разводим, не заводим за пальчики ног, за спиной поможет следить швабра, вдох, выдох, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11 внизу. Оп. Сидим. Сидим, сидим. 5, 4, 3, 2, 1. Встряхнули ножки. Сейчас повторим. Ага, 14 минут. Вы знаете, на самом деле, да, отдых и работу. Продолжаю приседать, считайте сами. Я буду говорить и приседать. И вдох, выдох. Мне без спорта реально тяжело. Я поняла, для чего мне нужен фитнес. Он в первую очередь мне не для тела нужен, не для фигуры, а для того, чтобы не уходить в свою голову. Только я забиваю на спорт, и то не по своей прихоти, вот, ну, рука, да, положена. Все, у меня, еще два, у меня все мысли в голове.
Там какие-то проблемы, какие-то фобии, опсины, страхи, болячки, переживания. То есть такой бардак, такой дурдом, что это ужас. Мне надо постоянно заниматься спортом, чтобы возвращаться в свое тело, или я сойду с ума просто. Оп, наверх. Побежали. Бежим. Я вам тоже советую, друзья мои, фобики. Вот, танцуют все. Бежим. Бежим. Назад, вперед, назад, вперед и назад. Ножки вместе, двойной присед. И дышим хорошо, громко, выдох. Дышим. Оп. И еще последний. Центр тяжести на левой ноге, махи правой. И раз, два. Следим за спиной. Пять, шесть, семь. Спина прямая, не округляем. Девять, десять. Меняем сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Десять. Мах назад. И раз. Кому тяжело за балансом, за шваброй держитесь. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Меняем сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Берем бутылки с водой. Две бутылки у вас, у меня одна. Руками. Если у вас одна большая, то одну. Если две маленькие, то две. Широкие делаем. Широко расставляем ноги. Колени в стороны. Делаем присед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ягодицы чувствуем. Выдох. Все давление в пятки. Вдох. Выдох. 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 Упор. Левый локоть на левое колено. Какой у меня тут хороший скользкий пол, а? И сидим за осанкой. Вдох. Отпустили гантель. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Меняем сторону. И раз, два, три. Я
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Левая рука работает. Отпустили. Вдох. Выдох. 2, 3, 4. Выдох. 6, 7, 8, 9, 10. Встали к стеночке спиной, прижались. Ничего, что сегодня не успеваете оплатить. До вторника можете оплатить. Вот. Встали плотно к стене спиной. Присели, угол 90 градусов, гантели перед собой, вдох, выдох, 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, подняли, держим, локоть немножечко согнут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы, две бутылки в две руки. Круговые вращения. Работают плечи. И корпусом не качаем, зафиксировали себя. И раз, два, три. 4, продолжаем, 5, 6, еще 5 минут и перезагружаемся, 7, 8, 9, 10, вперед, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, в стороны и выдох. 2, локоть немножко согнули. 4, 5, спина прямая. 6, 7, 8, 9, 10. Побежали. Жарко даже под кондеем и вентилятором. Бежим. Еще бежим. Шаг вперед в полуприседе. Погнали с правой ноги. Раз, два, назад. 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 Еще назад. Назад. Назад, 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 назад. Идем на месте. Шаг на месте. Открытый шаг в сторону делаем. А то есть показываю. Делаем шаг в сторону. Раз, хлопок. Раз, хлопок. Раз, хлопок. Вместе со мной. И раз. Хлопок. Два. Три. Четыре. Пять. Как на коньках. Шесть. Семь. Это так, чтобы примерно понимали. Тут нормально вообще. Девять. Десять. Ножки вместе. Двойной присед в прыжке. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Бег на месте. Восстанавливаем. Бежим на месте. А я перезагружаюсь. Сохраняю вам эфир. Бег на месте продолжаем и заново выходим в эфир.